Итак, я вас приветствую, леди, джентльмены, дамы и господа. Приветствую вас кое-где, кое-где-то, когда-то, да. Как ваши дела? Как ваш понедельник? Как ваш вечер? Что вы сейчас чувствуете? Меня прям переполняет эта буря, но продолжаю сдерживаться, в общем, да. Это... Боже мой, я сейчас заплачу. Все. Ладно, собрались. С возвращением вас в клуб Suicide. Господи, сейчас, где мой платок, да? С возвращением, да. Мы снова здесь. Прям очень приятно сюда вернуться. Снова придется, как это свойственно старым прохождениям, которым... давно заброшенный, вспоминать, что здесь вообще, как, что, где, когда, где... Ну, не, на самом деле, я помню. Плюс я освежил себе память недавно. Ну, блин, надо же было как-то, иначе я... Иначе я очень-очень мало что помню. Так что... да. Давайте начнем с того, что... Я рад сюда вернуться. Надеюсь, вы тоже скучали, вы верили. Те, кто... ждут, они обязательно дождутся, да, я даже не знаю, сейчас это собраться еще, языку разработаться заодно, да. И так иронично, что предыдущая, последняя серия тоже была записана после какого-то перерыва, я уже не помню точно, что там было. В итоге меня пробила ностальгия, и я, боже мой, захотел вернуться в клуб Suicide, а потом YouTube такой сказал, что это... А, ты решил вернуться? Все, бай-бай, давай, кыш-кыш отсюда. И вот не могу поверить, что мы снова здесь. Я реально, боже, просто не знаю. В общем, рад в любом случае сюда вернуться. И как бы иронично это ни было, мы снова сюда возвращаемся. Спустя, опять же, год, господи, год. Я вообще уже не верил, не думал, что буду к каким-то старым прохождениям возвращаться, потому что архива не было. И по новой перепроходить я бы точно не стал. Вот. А теперь зажгло желание. Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо, YouTube не даст по заднице, и все будет шикарно. Мы сможем оживить старый канал, да, заставить его двигаться и вернуть все вот это. Да, будем надеяться. А теперь давайте вернемся к нашей новелле. Господи. Давайте. Остановились мы на том, что после занятий наша яблочко... Яблочко Чан. Ну, Ринга, ладно. Ринга Чан. Решила зайти в библиотеку, ой, не в библиотеку, а в книжный магазин, господи, и там мы случайно встретили нашего мальчика, да, который у нас рут сейчас, Мэйбучу Мэйю, вот, и он был в магазине, но он не читал книги, он читал какую-то, то ли записку, то ли листок, бумаги, непонятно, и... От него исходила такая убийственная, какая-то мрачная аура, которая не свойственна самому ему.
Поэтому перед этим наша застенчивая, замкнутая, асоциальная Ринга, Яблочко Чан хотела подойти к нему, сказать привет, спросить его по поводу, как там проходит вот это все, да? Но, испугавшись его взгляда, его ауры убийственной, она побоялась, да, мы побоялись к нему подойти. И в итоге, сами того не осознавая, не зная, зачитались какой-то рассказ. Этот рассказ оказался о Юре. О двух девушках, которую одну звали Угуису, которая была... необычная, была проклята. Она была как-то запятнана, да, грязью, проклятием, типа. И она всегда завидовала и ревновала к красоте, к всему вот этому прекрасному, красивому. Потом она постречала, до тех пор, пока она не постречала, точнее, не сблизилась с другой девушкой по имени Батаки. Вот, то есть они вроде как учились там вместе. Я точно не помню я весь этот рассказ. И он как бы вкратце нам подан. В общем, да. И Мабатаки начал ревновать, завидовать красоте ангельской, чистой, прелестной, я не знаю, чистейшей красоте Мабатаки. И в конце, в итоге... Она признается ей в чувствах, и они вместе как бы противостоят вот этому проклятию, объединенные узами любви и также переплетенными еще больше и сильнее, и удушающими узами проклятия. Блин, не знаю, как бы вот как мог объяснил, да? И... Планировался второй том этого рассказа, то есть история оборванная, неоконченная. Но, увы, мы его больше никогда не увидим, потому что с автором случился какой-то несчастный случай, вроде как вот. И давайте продолжать, да? Боже, сейчас вспоминать реально все это дело. Так. Всем приятного просмотра, да? Боже мой, это музыка. Озвучка. А есть здесь озвучка? Я забыл. Я забыл, здесь есть озвучка. Ладно. Так, и горло, конечно же, отвыкшее. Что же ждало Гуису, которая поведала о своем проклятии и Мабатаки, что стала свидетельницей ее признания? Да. Интересно. Что же было запланировано автором дальше? Я не знаю. Боже, Яблочко Чан, ух ты моя девочка. Как читателю, которому доверили это произведение, остается лишь много раз перечитывать эту историю, переваривать ее, смаковать и вновь пробовать на вкус, фантазируя о невозможном продолжении, додумывая самим. Да, меня весьма заинтересовала эта история. Что же случилось с... Угуису и Мабатаки. Кстати, еще хотел это... забыл вначале сказать, опять же. Я все думал, что я забыл что-то или нет. Хотел сказать, что, блин, чтобы дабы освежить память, пересмотрел, ну так, опять же, это как там, краем глаза, да, быстро пробежавшись по предыдущей серии, почитал комменты, господи, на душе стало так приятно... Люди, которые смотрели это прохождение, которые писали эти приятные вещи, которые, что, блин, лампово, атмосферно, так прикольно. Очень большое спасибо. И если вы вновь, да, вернетесь сюда, увидев это прохождение, продолжение этого прохождения, я буду очень рад. И в любом случае, спасибо всем, кто смотрит, оставляет комментарии, меня поддерживал до этого и будет поддерживать дальше, да. Вот. Все, теперь я точно это отстрелялся, как говорится, да. Однако по первому тому можно предположить, что они продолжат бороться, противостоя этому всеобщему проклятию уже, получается. И я думаю, что они продолжат бороться, не сдаваясь. Это проклятие сплотило их воедино, поэтому они вместе будут и дальше противостоять ему, пытаясь
бороться за свои жизни. Ну, это просто мои догадки, мои предположения. Внезапно, по какой-то причине, я вдруг вспомнил Майбучи-сана. Тесно. Почему? Возможно, то, как он говорит о сочетании красоты и грязи, или же проклятия, гнили, напомнили мне Гуису. Может быть, и он тоже тогда проклят. Мне вдруг стало интересно это. Его судьба... Неужели его судьба схожа с Угуису? Нет, я сомневаюсь. Я не могу в это поверить, ведь он такой спокойный, такой добрый ко всем, такой милый. И в то же время показался мне весьма зрелым, и что в его сердце... Его сердце трепещет в груди. Если так вспомнить... Несколько часов назад я... говорила с ребятами в ресторане о нем. Обсуждали его, да. Что они думают о нем. Он может быть прекрасно одет внешне, но по какой-то причине окружающие люди считают его немного странным, а некоторые даже пугающим. Он... Майбучи Мэйо. Да. Уже я и забыл, какая-то новелла глубокая и философская, вот это в плане, что... наша атаку или хихикамори, да? Как там называется? Хикамори-тян. Хикамори-ринга-тян. Оказывается, такая прям это, ну, очень глубоко копает. И не только она, все окружение тоже. То есть это прям такие темы поднимаются. И моральные тоже. Я посмотрел на часы с чистой белой книгой в одной руке, с которой у меня произошла неожиданная встреча. Стрелка часов уже давно перевалила за вечер. Посмешно оглянувшись на хозяина магазина, я заметил, как он кивнул мне с мягкой улыбкой на лице. С благодарностью, смешанной с неловким извинением, сжимая белоснежную книжку и свои темные бумажники, я направилась к стойке, ну, оплатить. Тиран, не задирающий свои кулаки, однако потесняющий внешность других. Блин, я привык, что эти надписи обычно сами исчезают. Стану ли я в итоге таким же? Несмотря на то, что я ненавижу тени, они становятся темнее. День ото дня, но они увеличиваются в размерах из-за лета. Сейчас весна. Тени, типа, удлиняются, растут, окружают. От домов теперь тени... Ну, короче, ладно. Чё я парюсь? Не глупые же все. Отвратительные, просто дотошные, грязные. Насколько было бы прекраснее, если бы я мог жить, окружённый лишь светом и красотой? Если бы я мог родиться и умереть в окружении света и красоты, то сколько бы это могло продлиться? Блин, я скучал. Четвертый день. У нас неделя на то, чтобы как-то побороть страх, сделать все важные дела и покончить с собой. Ну, мы помним, что наша... Яблочко Чан не собирается скончать с собой, она попытается либо сопроводить своего партнера, либо как-то помочь ему спастись, отговорить по-своему, опять же. Сегодня последний день в школе перед выпускной церемонией, которая состоится уже в понедельник. Знаете, не было и после репетиции церемонии с утра до полудня, нас отправили в класс, где мы прослушали банальную лекцию о подготовке ко дню церемонии. На сегодня это было все. Это было за несколько минут до начала утренних занятий. Как и позавчера, Майбучи-сан приманил меня своей рукой за дверь класса, пригласив меня присоединиться к нему, и в итоге мы договорились встретиться у входа в школу 13:00 в час дня после последнего заседания
Ну, после его заседания студенческого совета, когда оно закончится. Он выглядел несколько унылым, подавленным по сравнению со вчерашним появлением перед клубом самоубийц. Его обычно аккуратно уложенная челка сейчас напоминала мне завядшие, засохшие лепестки срезанного цветка. И вот я стою у входа. Дневное солнце ослепляло мой взор ярким светом. Сейчас было уже 13:02. Странно видеть школу такой опустевшей в середине дня, особенно будни. Сегодня также нет занятий в клубах и кружках после уроков, за исключением, конечно же, студенческого совета. Полчаса назад во всех классах закончились уроки, и большинство учеников быстро разошлись по домам. В тихой школе со стороны учительской были слышны лишь голоса учителей и звуки ветвей и листьев, колышущихся на ветру. Все. Я отвык. Простите. Гамнасай. Мне прям неловко такие моменты, когда язык реально, ну, отвыкает, блин. Затем послышались поспешные шаги, приближающиеся ко мне. А, прости, что опоздал. Да, озвучки, по-моему, нету. Кстати, хочу еще уточнить насчет Юри. Тут происходит порой игра слов, и я тоже буду стараться по большей части говорить просто как на оригинале, то есть Юри, чтобы вы могли в разные моменты сами догадываться, в каком моменте говорится Юри, именно Юри, а в каком Лилии. То есть Юри это еще и лилии, белые чистые лилии. Юри также не обязательно, как вы все привыкли, как мы все привыкли, это обязательно вот должна быть какая-нибудь анимешка или рассказ, где обязательно, вот прям кровь из носа, обязательно должны быть какие-то любовные хентайные отношения. Хентай! Нет, на самом деле Юри можно интерпретировать очень глубоко и распространенно. Это может быть просто дружба, это могут быть просто родственные связи между, ну, обязательно между девушками, но это не обязательно должен быть любовь и прочее. То есть это могут быть просто две сестры, которые, ну, занимаются чем-то вместе, остались наедине. Это не обязательно должны быть какие-то там, знаешь, вот это прям любовь или... Это может быть дружба, вот даже. Это может быть дружба между девушками. То есть Майбучи-сан, он не тащится как какой-то извращенец от Юри, от того, что девушки там любят друг друга и... Или романтика, да, какая-нибудь. Он больше уважает, как я понял. Опять же, это мое мнение. Даже не Ринго-чан, мое мнение. Он больше уважает именно красоту, чистоту, которая, вот как он говорит, это не запятнана, да, еще этой грязью, непонятно какой, тенью, вот этой проклятием, не знаю. Много раз можно всякого, опять же, интерпретировать, пока непонятно. Вот, и... Он порой тоже имеет и лилии, белоснежно чистые, прекрасные, красивые. Но Юри тоже можно отнестись к этому. То есть, ну, рассказы он читает, понятное дело, не о цветках, а именно о каких-то дружеских, либо, возможно, все-таки романтических любовных отношениях. То есть, романтика, скорее всего, романтист он, да, а не вот это хентайное извращенство, как я, например, подумал, когда Триал еще играл, я помню. Господи, я еще помню это. Так, да, прости, что я опоздал. Извини, что заставил тебя ждать. А, нет, ничего. Вы ведь такой занятой и так стараетесь ради других. Вы такой молодец, Майбучи-сан. Аригато. Это... Мне кажется, что сегодня Майбучи-сан какой-то несколько другой, что-то в нем изменилось. Он выглядит все таким же усталым, как и с утра. Но, что же? Что-то в нем точно изменилось. Ринго, о чем ты? Итак, какие у тебя планы? Как планируешь провести остаток дня? Планирую я?
Ну, сегодня же пятница. Я надеялся провести время с Ринго-сан, не нервничая из-за того, что, ну, пока нам снова не придется идти обратно в школу. Также не стоит забывать о путешествии в поисках Юри. Есть вещи, которые я хотел бы поведать тебе, и вещи, о которых я сам хотел бы у тебя спросить. И еще мне, собственно, даже и не нужна причина. Я просто хочу проводить время, разговаривая с тобой, Ринго-сан. Яблочко-сан. Я, конечно, не особо остроумен и горазд на темы, затрагивающие всякую философию и прочее, но что скажешь насчет сегодня? У тебя есть какие-нибудь планы? Или мы можем пойти погулять и заодно пообщаемся? Ну, да, я, пожалуй, не против. Я готов прогуляться с вами, если вы тоже не против. Аригато! Есть одно место, чайный домик, который я частенько люблю посещать, и оно совсем недалеко. И перед выпускным я бы хотел вновь туда заглянуть. Поэтому я подумала, почему бы нам не отправиться туда вместе и заодно поболтать? Когда он сказал чайный домик, мне показалось, что хоть это и лишь моя предвзятость, что это как-то модно и слишком дорого для меня, возможно. Не будем также забывать, что я интроверт и довольно замкнутая личность, ну, асоциальная. Это его любимое место, и также, наверное, неплохо было бы выпить чашечку чая на свежем воздухе. Когда я слышу такие слова, связанные с чем-то модным, престижным, дорогим, я рефлекторно выстраиваю вокруг себя стену. По-моему, я чересчур сильно увлеклась, улетев в свои мысли. Он уже, скорее всего, тоже это заметил. Изогнув свои красиво очерченные брови, он слабо улыбнулся. На самом деле, я тоже довольно плохо перевариваю нахождение в общественных местах. Да ладно. Для меня слишком сложно расширить круг своего общения, поэтому я стараюсь посещать лишь определенные места. Не музыки, опять же, не озвучки, блин, я отвык от этого. То есть и Хайрагами хотя бы музыка была, и атмосферу она делала неплохую. Ну и моя кринжовая озвучка, конечно же, да. Я не против людей, но во мне начинает бешено сжигаться калории, когда я нахожусь рядом с большим количеством людей. И вообще я не люблю обильное скопление людей. Толпы. Это одно из моих любимых мест, поэтому доверься мне. Там обычно не так много людей, никто не отвлекает, никто не будет мешать друг другу. Прекрасное место, где можно забыть о городской суете, пребывая на свежем воздухе. Я думаю, тебе там точно понравится, Ринго-сан. Если вы так уверены, то можно. Несмотря на то, что Майбучи-сан является вице-президентом студенческого совета, как казалось, мы с ним довольно схожи по некоторым чертам. Но если он так настаивает, то что это неплохое место, то думаю, я, пожалуй, не против туда сходить. Но тогда вперед! Когда я одариваю его небольшим кивком, красивый мальчик в очках оживленно улыбается. А? Очки? В смысле очки? Точно. Майбучи-сан. А, есть здесь озвучка все-таки. Блин, как я мог забыть про это? Что такое? Я вдруг заметила, что вы сегодня без очков. В смысле без очков? Меганы? Без очков? А, он в очках? Я походу все забыл. Он разве был в очках? Похоже, он тоже не заметил этого. Проведя рукой по своим глазам, проверяя,
Его рот слегка приоткрылся, глаза цвета мертвой листвы потупились до самого низа. Кажется, я забыл их надеть. Хе-хе. А... Значит, вы нормально видите без очков? Ну, да. Я и без них нормально вижу, как видишь. Ну, скажем так, я не жалуюсь на плохое зрение. Майбучи-сан, несмотря на меня, стал доставать свои кроссовки из обувной коробки и тут же уронив их на пол, выглядя немного неуклюже. Неужели этот факт его так смутил? Следуя его примеру, я тоже надеваю свои туфли. Да ладно, он был в очках? Это... В общем... эти очки я ношу просто... Ну, просто так. А, вот оно как. Значит, вы носите их для красоты? Ну, как человек моды, да? А, нет. На самом деле, нет, и не для этого. Майбучи-сан неловко почесывает указательным пальцем свой висок. Обычно он смотрит прямо на оппонента своим неподвижным взглядом и говорит с ним, но как только он осознал, что сегодня не надел свои очки, его глаза стали бешено метаться из стороны в сторону. Простите, мне, наверное, не стоило об этом спрашивать. Ой, ну, упоминать, наверное. Да нет, просто... Да нет, нет же ничего плохого в том, что ты спросила и, ну, и сказала об этом. Ну, в общем... Скажем так, я просто не привык ходить без них. Так, наверное. Для меня очки — это важная, серьезная деталь, и... Оказаться без них перед людьми, я начинаю чувствовать себя как-то некомфортно, странно. Но почему? Что в этом такого? О боже, Ринга, теперь мне неловко. Прекрасные, круглые, округленные глаза. Такой теплый и нежный взгляд. Ринга! Длинные ресницы, обращенные вверх с прищуром. Едва заметные отеки под глазами. Его форма лица с небольшим количеством своих минусов и плюсов, но с ощущением некой элегантности. Слегка круглые очаровательные очертания лица. Он выглядел смущенным, но я продолжал лицезреть его обнаженный лик. Ринга! Пока он был слегка отвернувшись, я могла любоваться его прекрасным лицом столько, сколько пожелаю. Нет, на самом деле его лицо даже как-то успокаивало. Такое приятное. И я все никак не могла налюбоваться. Ладно. Нужно, ну, отвлечься. Майбучи-сан считает, что носить очки это как-то странно. Если это не из-за плохого зрения и не для красоты, зачем тогда он их носит? Когда я спросила, Майбучи-сан, видимо, уже по привычке хотел поправить свои невидимые очки кончиком среднего пальца. Ну, ты знаешь, что это значит переключиться? Переключиться? Ага, не знаешь. Ну, в общем, это как смена работы или личной жизни. Когда ты бросаешь или наоборот у тебя рождается новая привычка, или когда ты просто передумываешь о каком-то решении. А, ну я понял, нарухудо. Нарухудо, Майбучи-сан. И вот когда я ношу эти очки, во мне словно все так спокойно, я чувствую себя гораздо увереннее и комфортнее в них. В них я даже могу спокойно и рассудительно общаться с людьми, которые, ну, мне не по душе, например. Конечно, это не похоже на какую-нибудь кардинальную смену личности. Для меня это скорее переключение разных, с разных чувств и мыслей.
Вот что значит для меня очки. О. Я слышала об этом. Когда тебе нужно на какое-то важное мероприятие, совещание, собеседование, можно попытаться придать себе больше уверенности и духа, надев что-нибудь особенное. Фрак там, что-то официальное. А, ну да, я, в принципе, я понял. С другой стороны, обычная горячая чашка чая может помочь расслабить как твое тело, так и твой разум. Или... Значит, получается, приходя в школу, вы обычно пребываете в рабочем режиме? Ну, в режиме взрослого, зрелого вице-президента студенческого совета. Нет, не совсем. Скорее... Таким образом, в очках я могу скрывать от всех свою необщительность. Вы хотите сказать, что тоже по-своему замкнуты? По крайней мере, вы умеете общаться гораздо лучше, нежели я, например. Нет, я с этим бы не согласился. Поскольку я занимаю должность вице-президента, мне неизбежно приходится иметь дело с большим количеством разных людей. Обмениваться мнениями, делиться с ними. Я являюсь посредником между студентами и преподавателями. Так сказать, среднее звено. Но я также являюсь асоциальным типом. Не то чтобы мне не нравилось общаться с людьми, не относящимися к моей должности, но... В общем, для этого мне всегда требуются излишние физические усилия. То есть, приходится поднапрячься, да. Мне все равно, сколько времени я провожу в обществе людей. Для меня все же гораздо лучше оставаться в одиночестве, наедине с собой. Наедине с яркой, чистой и прекрасной вселенной Юри. О, наш разговор вновь внезапно переключился на тему Юри. На самом деле, я далеко не так хорош в общении. И не самый лучший слушатель. Но я должен оправдывать звание, свое звание вице-президента. Вот для этого мне и нужны очки. О. Когда я ношу очки, тяжесть на моих ушах или осознание того факта, что я их ношу, делает меня временно сильнее или что-то такое. Все люди и мир находятся там, по другую сторону прозрачных линз. Поэтому я ощущаю внутри, что все хорошо. Как-то так. Вот что я чувствую. Ха-ха. Что-то необычное, конечно, да. Типа самовнушение. Не скажу, что из-за этого я как-то ощущаю себя за какой-то выстроенной стеной, так как несколько дюймов стекла ничего не изменят. Но это заставляет меня чувствовать себя как-то иначе. Ну, словно на меня накладывается какое-то заклинание, чары. Вот, собственно, почему мне сейчас так неловко говорить с вами, с тобой, Ринго-сан? Лишь в очках я чувствую себя поистине нормально. Когда на мне очки, я могу быть объективным, и я могу говорить... с сравнительной легкостью и свободой своих действий. Но и... Возможно, сейчас сказывается и то, что я немного уставший. Интересно, когда я их снял? Возможно, после студенческого совета? И как я вообще не заметил их отсутствие? Верно, как он сам и сказал, очки для него словно заклинание. Носить их или нет, это не самое главное. Главное является осознание того... Ну, осознание этого. И у него сразу же появляется хороший настрой, он может спокойно, уверенно подбирать произносимые им слова и легко ладить и сходиться с людьми. Да, типа самовнушение. Или это типа... Как он там называется, эффект этот... А, ладно, я забыл. О, да. Вот как. Это же... А, во! Ринго, ты гений.
Я слышал, это называется эффект плацебо, так, да, вроде? Возможно, я ошибаюсь, но... По крайней мере, похоже. Несомненно. Ведь нельзя жить без какой-либо веры во что-то, верно? И даже сейчас. Да, точно. На удивление, я могу спокойно и комфортно продолжать говорить с тобой. Я удивлен, что все еще могу так спокойно говорить с тобой, Ринго-сан. При этом осознавая, что на мне сейчас нет никаких очков. О, правда. Сначала он выглядел слегка в панике и встревоженным, но потом я заметил, что его обнаженные прекрасные глаза внимательно, хотя и чуть более растерянно, чем обычно, утопали в моих... Ринго. И он продолжал смотреть на меня так, словно разглядывал меня. Его язык все еще моментами немного заплетался, но в его словах стало меньше ахов и охов и других артикуляционных пауз, характерных для социальных личностей, как я. Каким-то чудом сейчас мне не так сильно беспокоит сей факт. И, возможно, причиной этому послужила твоя непревзойденная красота, Ринго-сан. Мы тут с Ринго сидим, красные просто помидоры. Я ее понимаю. Он вновь начал мыслить о том, что якобы чисто, красиво и незапятнанно. Но после прочтения вчерашней истории о тех девушках и Юри, его слово «красота» также ощущается немного иначе, немного более тактильно. Но Сону Бакана не так. Я не считаю, что это так. Сегодня, когда мы встретились лицом к лицу, я думаю, что... Ну... Может быть, они все же другие. До этого мне казалось, что Гуису и Мэйбучи-сан весьма схожи, но теперь мне кажется, что, возможно, я ошиблась, это не так. Все это казалось лишь моей фантазией. Я думаю, что он все же другой. Но права ли я? Или... Нет, он другой. Он действительно другой или пока еще не другой? Задумался я. Наш пункт назначения смутно стал виден вдалеке. Вновь повесив сумку с тайком, лежащими внутри чистыми белыми лилиями на спину, я шагнул вперед навстречу его шагам. Так, ну я вам уже объяснил, да, что значит Юри здесь. Здесь оно более распространено и не касается лишь любви. Да. Тут больше интерпретируется это, скорее всего, с лилиями, которые эталон идеальной чистоты, прекраснейшего. Как-то бесцветный цветок и прочее, прочее, прочее. Место, в которое меня пригласил Мэйбучи-сан, оказалось более родным и уютным для меня, чем я даже ожидала. Интерьер был освещен приглушенными тональными оттенками. Места для клиентов были расположены вдоль стены, что позволяло избежать некой странной открытости. Что такое место для атаку, да? Это место не назвать ни просторным, ни маленьким. Также можно было увидеть клиентов, сидящих, например, с книгой в руках, либо же с ноутбуками. Также есть небольшая горстка, кто сидят с важным видом и ведут какие-то деловые переговоры, разговоры. Да, но в целом я чувствовал себя довольно комфортно здесь. Приятная атмосфера, не правда ли? Ну, да, верно. Чего, Мэйбучи-сан снова это потерял дар речи. Да. Маленький колокольчик, отражаясь золотым свечением, висел на краю моего сидения. Фига себе. Для тех, кто из нас, кто замкнутый, необщительный, кому неудобно даже сказать «Оно, извините, пожалуйста, как я рада, что тут можно сделать заказ одним лишь касанием по этому милому колокольчику». Боже, как же я устал. Это все из-за студенческого совета? Бинго.
Однако моя усталость все же вознаградилась. К тому же на этот раз у меня все должно получиться. Поздравительная речь, сложенная в полоску, была, ну, в общем, была извлечена из его нагрудного кармана. Когда я развернула буквы, точнее канди, написанные оранжевой кистью, красиво скопились сверху, накладываясь на крестики диагональной линии листка, таким гротескным шрифтом или стилем. Как он называется? Стиль или шрифт? О, понятно. Я наконец решился. Я представлю это на церемонии. В надежде получить одобрение моего сенсея. Собирался, точнее, да. С равной толщиной всех штрихов, без засечек и с максимальной насыщенностью строки, создающие напряженное впечатление. Очевидно, что он писал эту речь с большим энтузиазмом. От этого его оранжевые корректирующие пометки, которые были так насыщенно перекрашены, выглядели еще более выделяющимися и напряженными. Ваш почерк очень красив. Каллиграфия является одним из моих хобби. Нархудо. Сугой, да? Я, в общем-то, самоучка, но я могу достичь ментального единства, написав, например, красивое письмо. Это замечательное хобби. Я также заметил, что ваш почерк весьма гротескный. Да, я тоже это заметил. И из-за того, что перед этим я набрался решимости и уверенности, шрифт получился и правда довольно грубым, увидев это, мой сенсей сказал лишь: «Твой почерк даже хуже, чем у меня!» Вот так он сказал. Увы, ах. Однако у меня еще будет одна попытка переделать это, и я позабочусь о том, чтобы эта речь была настолько совершенной, дабы я не пожелал ее вообще исправлять вновь. Похоже, нелегко приходится вам. На вашем месте я бы уже давно все бросила, послал бы к чертям. Мой девиз: если ты меня ударишь, я ударю тебя в ответ. Одним ударом. Таким полным решимости и в то же время таким легким, что тебе больше не захочется меня бить. В следующий раз я обязательно смогу убедить своего сенсея, чтобы он был доволен, да? Мне казалось, что нанесение ударов и драки относится лишь к тем, кого ты признал как врага или же неприятеля. Его просочившийся грустный подавленный голос, как мне показалось, был с такой свирепой жаждой убийства внутри. Хватит шептать всякие странные вещи, лишь пыхтя, напялив эту глупую улыбку. Пожалуйста, скажите что-нибудь вразумительное. Почему-то мне вдруг стало не по себе. Кстати, как там все прошло вчера? Вчера? Ну, после нашего второго собрания в клубе самоубийц. После собрания вы с Куроруги-сэмпаем и Юсуи-сэмпаем собирались же отправиться в семейный ресторан, верно? Ну да, мы сходили вчера. Как здорово! Я тоже бы хотел с вами... о чем вы там болтали? Я не могла сказать, что в итоге мы обсуждали его, когда я решил спросить их о том, что они думают по поводу Мэйбучи-сана. Ну, это был первый раз, когда я ходила в семейный ресторан. Для Усуи-сэмпай это тоже было впервые, и когда мы об этом сказали, Куроги-сэмпай лишь смеялся. Вот как, значит, вы весело провели время, получается? Ну, да, было довольно весело. Ах, да, мы еще узнали, что у Суи-сэмпай такой проглот, прожора, оказывается. Прожорливый. Даже представить сложно, сколько он съел тогда. Он съел около 10 порций мяса, макарон, салатов и прочего. И у
Сэмпай деска? Ничего себе. Я сама поразилась, как в такое хилое небольшое тело все это могло уместиться. Куруги Сэмпай также был удивлен, наблюдая с открытым ртом. Па. Я уже представь все это выглядит так классно, так весело. А как же закон сохранения массы? Неужели пищевод Усуи Сэмпай является исключением этого? А, закон сохранения массы это же вроде этот из физики, да? Масса физической системы сохраняется при природных или искусственных процессах, да? Что-то такое вроде. Ну, вполне возможно. Ну, в любом случае, его живот, оказывается, может вмещать немыслимое количество, ну, вообще, всего. А ты вдруг как-то погрустнела? Неужели он съел настолько много, что даже хотел съесть и тебя в итоге? Да, еще как хотел съесть, да. Хоть он и сказал это в шутку, на самом деле это было действительно необычно и удивительно. Одно воспоминание об этой сцене у меня начало сводить живот. Я невольно опустил глаза, но когда увидел, что Мэйбути-сан скрестил руки с серьезным выражением лица, боль мгновенно исчезла вместе с вырвавшимся из меня смехом. Ну, хиканем, скорее всего, да, смеяться вряд ли мы можем. Хотя, блин, я уже не помню. Да, я, в общем, это... Очень рад. Вы там хорошо провели время. Да. А вы, Мэйбути-сан, как там справились с вашими поручениями? Ну, каким-то образом, чудом, да. Хоть он и говорит так, но на его лице все еще виднелась некая усталость, вызванная, вероятно, не только сегодняшним заседанием студенческого совета. Я уж собирался открыть рот, чтобы немного настойчивее расспросить его о том, что произошло, но он заговорил первым. Кстати, вчера я бы хотел еще раз узнать твое мнение о самоубийстве. Хорошо? А вы уверены, что это правильно? Аригато. Господи, я уже забыл, что здесь есть звуки. Мягкий пар поднимался от заваренного чая, который уже некоторое время стоял на столе. Приложив свои тонкие губы к чашке и сделав глоток, Мэйбуч-сан тепло вздохнул. Правильно это или же нет? Я все равно хочу услышать мнение такой красавицы, как ты, Ринга-сан. Хорошо. Он вновь сказал слово, связанное с красотой. Ринга-сан, вот представим, у тебя есть как союзник, так и враг. Предположим, существует источник страданий, само существование которого делает тебя несчастным. Но этот же источник страданий в то же время является и твоей духовной опорой, твоим лучшим незаменимым союзником. Например, как предавший тебя друг. Он тебе не друг, и в то же время не враг. Не друг, не враг. Существо, которое на 100% и является и твоим врагом, и твоим другом одновременно. Если бы у тебя оказался такой, хотел бы ты избавиться от него и забыть просто про все это? Или ты желала бы и дальше дружить с ним, несмотря на преодолевая эти страдания вместе? А? Чтобы я выбрала? Да, я только сейчас осознала чувство давно которое как там, застрявшее в моей груди или не дающий мне покоя. Я все поняла. Всю неделю он лишь сам исследует меня, при этом все так же не разоблачая самого себя. Он не говорит об этом прямо, но намекает на разные странные вещи какими-то окольными путями, которых я вообще не понимаю. И как я вообще могу ответить на такой вопрос, ничего не зная о Мэйбуче-сане? Извините, надеюсь, вы не против, если я
Не буду ходить вокруг да около и скажу вам все, выскажусь прямо. С самого начала этой недели вы постоянно задаете мне вопросы, которые я вообще не понимаю. Что вы вообще имеете в виду под этими вопросами? О, Ринга пошла в разнос, да? Что это за еще за источник ваших страданий? И что это за враг? И что за союзник вообще? Почему вы не можете просто сказать все прямо, без всяких замен на эти странные непонятные для меня слова? Если вы желаете узнать мое мнение, то для начала извольте и сами выговориться и объяснить доходчиво, что все это значит вообще. Его темные круглые глаза широко раскрываются и теперь даже пугают меня. Но после такого прорыва моей словесной плотины меня уже не остановить. Ну давай. Просто скажите уже все прямо, без всяких замен на эти странные непонятные для меня слова. Вы ведь желаете как-то повлиять на все это? Вот почему вы попросили моей помощи в этом? Тогда, пожалуйста, извольте. Что за цель вы преследуете? Чего вы правда хотите? Для чего вообще нужна эта неделя? Пожалуйста, позвольте мне помочь вам. Что происходит с вами? Кого вы хотите сделать счастливым? Почему вы хотите умереть? Майбучи-сан. Да. Что вы думаете об этом сами? Да, меня изрядно прорвало. Прямо всю, целиком, до чиста. И вот, наконец, я смогла остановиться. После такого сильного словесного прорыва меня охватил стыд и сожаление. Смущенность, да? Вот так всегда. Мне никак не остановиться, и я выложила все, что было у меня на душе, а потом началась эта глупая поэтапная сессия размышлений о своем только что сделанном проступке. Так всегда. И мертвая тишина начала душить, пугать. Возможно, что и другие гости этого заведения услышали меня и все, что я сказала. Я так боюсь вновь посмотреть в глаза моего Чесана. Пожалуйста, скажите хоть что-нибудь. Ну не молчите. Боже, как же мне страшно. Куай. Куай. Я слышала, что клин клином вышибает же. Когда одно и то же нужно излечить тем же способом. Чувствуя себя хуже зверя, потерявшего человеческие инстинкты, я вновь приоткрываю уста, дабы заглушить свой страх. Кстати, Майбучи-сан, вчера я видел вас в книжном магазине. Итане. Да, я был там. Когда он наконец разомкнул свои губы, тон его голоса, сорвавшийся с них, был ужасающе прекрасен. Или прекрасен до ужаса. Это должен был быть красивый голос, спокойный и нежный. Я почувствовал липкую вязкость, словно яд, нанесенный на лепестки цветка, переполненного нектаром. Лишь одной фразой. Он вызвал дрожь по моей спине. Я тоже была там вчера. Там я и видел вас, Майбучи-сан. Значит, ты следил за мной? Как неловко. Нет, я совсем не хотел следить за вами, просто... Я на самом деле хотел подойти и заговорить с вами. Я подумала, может, стоит спросить о том, как там ваши дела. Поблагодарить вас за хорошую работу и еще, может быть, что-нибудь. Поговорить о Юрии, вашей также цели. Но потом я заметила, что вы... Кажется, были поглощены чтением чего-то, верно? Да, верно. Выражение вашего лица, Майбучи-сан, в тот момент, когда вы читали что-то, почему-то вдруг напугало меня. Я не знаю, о чем вы думали тогда, но я просто побоялась. Вот. И
Что вы читали там? Это было какое-то письмо, верно? Не торопясь. Уголки рта моей Бучсаны медленно приподнялись. Однако казалось, что он совсем не улыбался внутри. Глаза, которые ни капельки не дрожали. Его лицо. Он продолжал оставаться полным спокойствия. Спелый и в то же время сгнивший плод. Он также стал каким-то другим. Это была предсмертная записка. Для моей семьи. Предсмертная записка? Как я уже говорил, моя смерть должна сделать счастливыми тех, кто мне больше всего дорог. Ой, что-то я спешу. Что-то я это... Да. Да, точно. После моей смерти, моя цель также будет достигнута. Но моя цель, мой идеал, это дополнить мою смерть этой предсмертной запиской. Дополнить? В глазах моей Бучисаны уже не было того гневного оттенка румянца. Вместо этого там была тьма, да? Желание, порыв. Глаза, которые, кажется, жаждали и думали о чем-то. Глаза, которые возжелали чего-то, походу. Однако в них прослеживалось и гниение. На его глаза словно накатилась мутная пленка от этого. И словно от этого запаха гнили, даже хотелось воротить нос. Запах смерти, который он испускал до этого, превратился в сладкий аромат ядовитого или отравленного меда, который манил к чему-то, что мог видеть лишь он. Это письмо... как прощание. Эта записка будет как гарантия моего прощания. Мой враг является частью моей семьи. Только своей смертью я смогу победить этого врага. Но есть и другая сторона монеты. Ущерб может распространиться не только на моего врага, но и на моих самых важных людей, которые также относятся к моей дорогой семье. В моей семье есть часть, которая была бы рада моей смерти. Верно. Я хочу умереть, дабы разрушить и затем возродить все в лучшую сторону. Моя смерть. Мой идеал — разрушить нынешнюю ситуацию. Перестроить, перезагрузить, перетрансформировать, как бы, вот. Повлиять на нынешнюю ситуацию. О, я искал это слово долго, 12 лет. Моя воля, чтобы эта записка смогла разрешить все, дабы моя смерть не была напрасна. Ну, то есть повлиять, да. Чтобы в другое русло пошло то, что он сейчас происходит у него. Смерть во имя убеждения. Во имя ответственности. Во имя торжества. Победы. Всего лишь один клочок бумаги. Всего лишь обычный человек. Клочок бумаги становится прекрасным заклинанием, смешиваясь со смертью. И смерть такого человека навсегда выжжет всю ненависть и тьму из сердец других людей. Это и есть моя истинная цель. Макабрическая достоверность. Идеальное состояние завершенности. О чем он сейчас говорит? А о чем сейчас говорил Мэйбучи-сан? Я не могла понять. Я не могла понять смысл сказанного им. Ну, я в принципе понял. Просто для ринга это необычно. И теперь даже и уже не хочу понимать. Я не понял ничего из того, что он сказал, но по какой-то причине все мое тело бросило в дрожь. Страх вновь вселился в меня. Его непонятный идеализм был леденящим и пугающим, не имевшего смысла для меня. Трудно было поверить, что такие вещи говорит тот нежный, добрый, любимый многими Мэйбучи-сан. А, да, кстати. Хай? Неужели, Ринго-сан, ты уже передумал умирать?
Но почему? Как вы это? Нанде! По ходу нашего разговора я почувствовал от тебя нотки, цепляющиеся за свою жизнь. Это просто мое предположение, но я почему-то уверен в этом. Я не могла этого отрицать или хоть как-то начать оправдываться. Как только увидела, как словно бутон лилии нарочито наклонил свою голову с глазами, которые, казалось, видели меня насквозь. Это все равно, что сделать признание. Задав вопрос, он быстро кивнул головой, и вновь в его глазах пробудилась тьма. Ты действительно такая... красивая. Киредане. Какой он жуткий. Красота. Было сокрыто что-то в глубине этого слова. Мне казалось, что Майбучи-сан мог прекрасно видеть это, в отличие от меня. Это как в той истории, что я прочитал вчера в книжном магазине. Ни на секунду не испугавшись всего, я быстро сунул руку в свою сумку и вытащила белоснежную книгу, чистейшую белую. И вот тьма в его глазах, похожих на гнилую пленку, приобрела более яркий цвет недоумения с оттенком удивления. Что? Это? Что у тебя там? Это? Я хочу кое-что отдать вам. Я случайно нашла ее вчера в местном книжном магазине. Пожалуйста, прочтите ее перед своей смертью. Юрий? Юрий? Да, верно. Это Юрий. Я далеко не сразу это осознал, но как только я начал читать этот рассказ, мне сразу вспомнились вы, Майбучи-сан. Этот рассказ о двух девушках. Одну звали Угуису, другую же Мабатаки. Девушка по имени Угуису оказалась весьма схожа с вами. И схожа она с вами оказалась... Фу, господи, уже час, да, наверное, прошел. Что-то это... У меня уже язык ломается, надо это... Да. А мы вроде еще... не знаю, ладно. Может, мне кажется. Неприязнью к запятнанным грязью вещам и ее сознание, завистью и ревностью к истинно чистой красоте. А мой... Чё-то маты. Сонно... Кирейданы... Сейчас. Ну давай. Ну давай второе. Ее зависть и ревность к понятию истинной чистой красоте напомнила мне о вас, Майбучи-сан. Недавно он сказал, что я так красива, что я действительно красива. В нем промелькнула зависть, похожая на зависть Угуису, которая также желала быть красивой. Она была наполнена чистой ревностью к тому, что было так прекрасно. Майбучи-сан, вы говорили, что хотите отыскать Юри, которая превзошла бы, превзошла бы ваш страх смерти. Да. Если такая есть где-нибудь, то только лишь это. Ну, здесь. Вот о чем я подумал, дочитав рассказ и вспомнив про вас. Предположим, что все эти окольные вопросы и разговоры о незапятнанной чистой красоте Майбучи-сана до этого оказались действительно правдой. Но, пожалуйста, не ищите ответы на свои вопросы лишь снаружи. А для начала взгляните на себя со стороны и пересмыслите свои решения в итоге. Ну, свое поведение и прочее. Если вы не взглянете на себя, то не сможете понять и переосмыслить все это. Если вы смиритесь и ничего не сделаете... Думаю, это будет худшим вариантом для вас. Конечно, это ваша жизнь, Майбучи-сан. О, покраснел. Однако, как вы и сами говорили, если вы сами чувствуете себя запятнанным этой отвратительной гнилью, грязью, я уверена, что в таком случае трезво взглянуть на себя и переосмыслить все будет весьма сложно для вас. Я бы даже сказала,
весьма болезненно. Взглянуть в зеркало и серьезно рассматривать себя до мельчайших деталей, вам будет нестерпимо больно в душе, лицезрея, насколько вы уродливы. Поэтому что если вы сошлетесь на что-то похожее? Я думаю, что вам стоит прочитать и тщательно поразмыслить над этой историей, похожей чем-то на вашу собственную, а затем вновь взглянуть на себя и, возможно, как-то переосмыслить все внутри себя. Угуису, я все еще ощущаю ее присутствие в вас, Мэйбучи-сан. Поэтому, несомненно, что если вы прочтете эту книгу, то сможете осознать, что так вселяет в вас страх. И, возможно, сможете решить или даже передумать, что делать дальше. Я думаю, вы поймете, сможете переосмыслить ваши ценности и прочее, прочее. Люди всегда считают, что если никак не меняться и не переосмысливать себя, то и люди, окружающие тебя, никогда и никак не изменятся. В итоге, сами того не осознавая, они существа, которые нагло лгут сами себе. Если вы прочитаете этот рассказ о Юре Мэйбучи-сан, я подумал, что, возможно, вы переосмыслите свое решение идти на смерть. Мне очень жаль, что, возможно, я лезу не в свое дело, но я просто не могла проигнорить ваши слова. Нарухо-до. Короче, он вообще там выпал в шоке. Понятно. Куда же и делся его взгляд, что был мгновение назад? С явным волнением Мэйбучи-сан осторожно берет в руку чистейшую белую книгу и настороженно смотрит на нее. Я так понимаю, она ведь не слишком длинная. Ну, я прочитал ее в тот же день. Значит, ты потратила свое личное время на это? Не могу поверить, что ты восприняла все это так серьезно. Разве это не очевидно? Если эта вещь хоть как-то поможет вам перед своей встречей со смертью, то я хотел бы хоть как-то помочь. Кроме того, не забывайте, что это именно вы попросили у меня помощи, Мэйбучи-сан. Да. Да, похоже на то. Ну, не поспоришь. Я вновь сказал, что было у меня на душе. Без всякой лжи и фальши. Интересно, о чем он сейчас думает? Опустив голову вниз, я на несколько секунд закрываю глаза. Затем, открыв их, я вновь посмотрел в его. Это были его обычные глаза синего оттенка. Ты свободна завтра, Ринка-сан? Да. У меня осталось не так много времени перед своей кончиной. Поэтому я хотел бы прочитать этот рассказ сегодня и выразить тебе свои мысли завтра об этом. Я хочу поделиться всем этим с прекрасной, красивой Ринго-сан. Хорошо. Благодарю. Я так рад, что это оказалось именно ты. Что он имел в виду под этим? Что значила его фраза? Я не знаю. Он осторожно и бережно забирает книгу с чистейшей красоты белой лилии. С белыми лилиями. Затем улыбка вновь выступила из уст Мэйбучи-сана. Это была его обычная теплая, нежная и добрая улыбка. Прости, что вытащил тебя с собой. К тому же еще и изрядно напугал так. Напугал? Да нет, ничего страшного, все в порядке. Но ты же лжешь сейчас. Твой голос дрожит, и глаза резко забегали в разные стороны. Может, тебе также стоит носить очки, Ринго-сан? О, нет, увы, я не умею переключать сознание и чувства, как вы, Мэйбучи-сан. Поэтому я уверен, что, надев очки, никакая магия не подействует на меня. Верно. Тогда получается, ты убийца всей магии, и поэтому в очках ты никак не нуждаешься? Вы смеетесь надо мной? Нет, совсем нет. Могу я попросить тебя? Да. Я беру протянутое мне меню в одну руку и смотрю на часы. Боже, мы изрядно довольно заболтались. Да. Пришло время перекусить. Мой мозг так устал, так что давай съедим что-нибудь сладенькое.
Мой Бучсан, сидящий передо мной, затихает, пока я выбирал что-нибудь сладкого в меню. Во время нашей трапезы, возможно, мне показалось, что его разум окутали тени сомнений и колебаний. О, нет, что-то мне все же кажется, что это... Час уже есть, потому что язык уже устал. Ну, не привыкший, опять же. Пятый день. Боже, я рад вернуться сюда. Надеюсь, вы тоже. Да. Юрий в школьном... Ну, Лилия в школьном саду, получается. Милая девушка с шиньоном на голове. Пролетающая мимо звезда, ярко освещавшая ночное небо. Как долго все это казалось мне красивым. Страница открытой книжки с картинками. Парящие бабочки над весенними полями. Засахаренные яблоки, которые еще долгое время оставались такими же горячими. О, засахаренные яблоки. Засахаренное яблочко Чан. Ринга. Интересно, когда последний раз я считал все эти вещи красивыми? Рожденный в чистой красоте, такой невинный, дабы жить и ради жизни. В какой момент я осознал, что начал постепенно гнить? Яркий, хороший парень, который являлся лидером класса. Я всегда любил заводить связи и сам получать удовольствие от веселья. Всегда получал максимум удовольствия от происходящего, веселился, старался веселиться сам. Я всегда считал, что полюби всех, и все полюбят тебя. Затем со временем удовольствие переросло в нечто другое. Дабы получать лишь мимолетное веселье. Его любимое слово «связь» стало предлогом для того, чтобы приглашать других и пользоваться этим. Ему нравилось быть воображаемым богом. С помощью своего тела, голоса и жестов он любил сразу передавать свои фантазии. Он наслаждался этим временем превращения в того, кем он не был. Настолько наслаждался, что больше уже не мог избавиться от этого образа бога. Она стала средством удовлетворения скупого одиночества и бедной жажды любви, распространяя свое проклятие как оправдание чистоплотности. То же самое относится и ко мне. Всякий раз, когда я смотрел на своего любимого человека, тень начинала подкрадываться и нависать надо мной. Когда мы говорим о любви, то где-то на каком-то этапе мы стали смешивать ее с эстетизмом. Когда я находился в компании одиноких людей, я начинал находить некоторое успокоение в их слабостях. Ну, или в их непохожести на обычных людей. Когда смотришь в небо, солнечные блики появлялись раньше синевы. Любовь смешалась с завистью, привязанность породила комплекс неполноценности, а любовь породила ревность. Мое сердце, которое когда-то было чистейшей красоты белым, теперь запятнанное, прогнившее, лишь жалкая тень моего прежнего я. Я безумно скучаю по чистейшей красоте и белизне тех дней, но в один день ненависть проникла внутрь меня. Красота перевоплотилась страданиями, переменилась гниением, уродливостью. Зависть стала проявляться все чаще и чаще при виде мельчайшего признака красоты. Худшее чувство. Живя с этим, ползя по жизни, с трудом дыша, не осознавая свои ошибки, в руке, которую протянула мне запятнанная чистейшая белая рука, я отыскал смысл своего существования и легкое чувство превосходства. Делая вид, что не замечаю этих прозрачных глаз, которые манят меня вслед за своей рукой. Все так же не участь на ошибках. Все это вызывало лишь страдания, зависть, гниль, ревность. Нескончаемый круговорот страданий. Да. Все это напомнило мне того, кого я ненавижу больше всего. Если ревность — это часть любви, если застой гниения — это часть человеческой души, кто-нибудь, докажите, что это правда, так? Пожалуйста, попробуйте убедить меня. Блин, сейчас, кстати, было довольно непонятно. Либо это дело принадлежало Майбучсану, либо
Либо это у Гуиса отрывок опять же был. Ну ладно, если что, вы поняли, либо это была у Гуиса, либо это был все-таки были мысли Майбучсана. Солнце вновь слепило в глаза. Заядлый до мозга костей домушник, как я на прошлой неделе вновь начала ходить в школу. Посещать школу. А еще я завела друзей. Конечно, если их можно так назвать. И сейчас я собираюсь встретиться с одним из них в выходной день. И считаю, что смогла добиться хоть какого-то прогресса в своей жалкой жизни. Я совсем не ожидал, что смогу вернуться в общество настолько быстро. И я думаю, это прогресс. Я думаю, это к лучшему. Насколько же быстро человек способен меняться прямо на глазах? Сейчас было около 10 утра. Прислонившись спиной к столбу перед станцией, я ждал Майбучсана на месте встречи. В этом районе, немного в стороне от центра города, нет такой душной суеты гигантского муравейника. Даже для такой социальной личности, как я, здесь было приятно находиться. Я вновь чекаю время на своем телефоне, перевожу взгляд на высоты зданий. С наступлением весны рекламные щиты или объявления, плакаты стали еще более оживленные теперь. Везде, повсюду и кругом были лишь розовые, словно бутоны сакуры, прорастая, порасцветали на стенах зданий. Удручающе было видеть группу различных плакатов, щитов, да, о, господи, я все вспоминал, как это слово называется, да. Плакатов, щитов с симпатичными моделями, наслаждающихся весной, будь то макияж весеннего цвета или же какой-то весенний тренд моды. Для меня, который почти не знаком с такой вещью, как макияж, до недавнего времени я даже вообще не знала разницы между подводкой для глаз и бровей. Уход за кожей? Что это? Просто хорошенько облейте лицо водой, затем покрасьте синей краской из баллончика? Что за молочный лосьон для волос? Неужели нужно просто налить и размазать молоко себе на лицо? Я продолжала разглядывать совершенно не диетично окрашенные рекламные плакаты, щиты глазами, полными зависти и глумления над собой. Ну, типа, что, блин, я вообще не разбираюсь во всем этом, я такая замкнутая. Ужас. И лишь одно место смогло заострить мое внимание на себе. Прохладные цвета молодой листвы, плывущей по стене розового цвета. И это казалось... Рекламное объявление о сборе клубники, объявление посетите сад, травянистый сад. Так, клубничка. Рекламное объявление о сборе клубники. Ого, я не знал, что у нас занимается такими вещами. Кажется, сборами занимается еще с начала февраля. Глядя на сроки мероприятия, завтра уже последний день. Глядя на слово «клубника», в памяти резко всплывает лицо Майбучсана. Клубника. Затем цветы. Также бабочки и фрукты. Различные фрукты. Когда я думаю об этих кристаллических, кристальных цветах, об этих маленьких чудесах природы, я одновременно вспоминаю его. По всей видимости, Майбучсан ассоциируется у меня с такими милыми вещами, хотя «мило» не совсем подходящее слово. Скорее, он ассоциируется у меня с чистыми, красивыми вещами. Да, наверное, так будет лучше интерпретировать. По какой-то причине все, что остается у меня с ним, такое маленькое и драгоценное. Не какие-нибудь хомячки или другие животные, а скорее что-то более натуральное, как, например, цветы сакуры. Может быть, именно поэтому объявление о сборе клубники почему-то привлекло мое внимание сейчас. А, прости, давно ждешь? Оу. Что, у него там розы? Помяни дьявола, да. Когда я обернул в сторону голоса, то увидел его, словно особый сорт клубники вдруг появился перед моими глазами, он вновь был без очков, и его глаза испускали лишь обычный оттенок повседневности. А, нет, совсем нет. Спасибо. На что ты так смотрел? Увидела какую-то красивую птицу, пролетавшую мимо в небе? А, нет, я просто задумалась, подняв голову. Надо же было как-то ждать. Прости, что тебе все же пришлось поскучать, ожидая меня. Ой, да нет, совсем... Все совсем не так. Не то, чтобы мне было скучно ждать его.
Я ведь не так давно была с головой увязнув, как Хикамори. Я не могу... Обычно я не могу соображать нормально, и я не знаю, что мне делать каждый раз, выходя на людей, поэтому я даже не знал, как мне лучше поубивать время в ожидании. И вот проходит несколько минут. К моему удивлению, он спокойно улыбается мне, одетый в довольно необычную грязную и пыльную одежду. Да, мне не показалось, это грязь, реально? Ну, какая-то, блин, старая. Кстати, я прочитал рассказ, который ты мне одолжил вчера. И что вы думаете? И, извини, я отклонюсь от темы, но на самом деле вчера я получил что-то подобное на студенческом совете. И в итоге у меня оказались обе на руках, и я даже не знал, с какой начать. И, в общем, если ты не возражаешь, может, мы пойдем уже куда-нибудь? Просто не думаю, что это лучшее место, чтобы обсуждать такие рассказы, верно? Тогда что насчет... Только он вытаскивает билет. Молодая свежая клубника с яркой листвой были изображены на билете. А, подожди, я ведь только что видела... А, что-то не так? Тебя не особо привлекает сбор клубники? А, нет, просто... Я молча указываю на объявление, что видел ранее. Взглянув вверх, плечи мои Бучсана слегка подпрыгнули, от чего он даже громко засмеялся. Ха-ха, какое совпадение, боже. Да, я тоже удивилась, увидев ваш билет сейчас. Это объявление и ваш билет один, ну, одно и то же, как-то мероприятие, да? Ха-ха, и правда. Значит, нам и правда суждено отправиться на сбор этой клубники? Звучит весело. Ну тогда вперед с песней. Получив такой же билет с напечатанной на нем клубникой, мы двинулись в том направлении, куда указывала стрелка на рекламном плакате. Дуновение нежного ветерка приятно поглаживало меня по волосам. Где-то вдалеке был слышен шелест цветущей сакуры, похожий на шум. Отголоски шума реки. У! Вау, как красиво! Внутри большой пластиковой теплицы было гораздо теплее, чем даже на нежном весеннем ветерке снаружи. Засучив рукава, мы оказались перед расстилающейся вокруг зеленью. Сладко пахнущие зеленые поля, повсюду усыпаны красными ягодами, аппетитно поблескивающими в тусклом солнечном свете. Как тут кругом приятно пахнет. Майбучи-сан глубоко вздыхает, вдыхает аромат клубники. Затем я услышала... Точнее, или услышала, почувствовала... Не, ну не знаю. Сейчас. Как внутри моей груди вдруг что-то зашевелилось или подпрыгнуло. Что это? Какое-то странное, незнакомое для меня чувство. Неведомое. Дело не в его одежде и не в его милой и доброй улыбке. Это же не реакция на противоположный пол. Скорее, это было нейтральное девичье ощущение, заставившее меня осознать, неужели со мной рядом действительно кто-то противоположного пола? Это ощущение заставило мое сердце резко подпрыгнуть. Ага! Конечно, я осознаю, что сейчас рядом со мной парень того же возраста, но почему-то создается некая иллюзия, словно передо мной совершенно невинная дева, родившаяся в мире спокойствия и гармонии. Уши, прикрытые волосами. Стоящие совершенно неподвижно и так невинно, словно застенчивая дева. Покрашенные ногти. Виднеющиеся кончики длинных черных ресниц. Покрашенные губы светло-малинового цвета. И все это... Сейчас от него исходила аура невинной, гротескной, чувственной красоты. Словно пятно крови, просочившееся на чистейшую белизну. Ну или чистое одеяло там, не знаю, простынь. Майбучи-сан сегодня ощущался полностью иным, полностью другим. Я чувствую, что сегодняшний Майбучи-сан уже не тот, что я лицезрел вчера. Майбучи-сан. А? Что такое? Держа в одной руке специальный пластиковый контейнер, наполненный...
сгущенным молоком. Я окликаю его, пока он любовался полем клубники вокруг. Майбути-сан, вы... Может быть, мне не стоит об этом говорить. Вы сегодня так красивы, так прекрасны. Я? Прекрасен? Ну, да. А, наверное, это из-за того, что вы сегодня вновь без очков. Особенно сегодня вы... Я не хочу вас обидеть или как-то, ну, глумиться, деваться над вами. Сегодня вы невообразимо и чувственно прекрасны. Хонто? Хонто ни? Да, правда. После моего кивка он хихикнул, слегка приоткрыв рот и счастливо улыбаясь. Хихи. Это первый раз, когда кто-то сказал мне такое. Я так счастлив. Аригато. Даже кончики его пальцев и слегка развивающаяся челка были... Ну, блестели. Покрыты лаком, типа. Я невольно сглотнула слюну, представив его того же пола, что и я. Ринга, отставить. Юрий, понимаю, конечно, но Ринга, отставить, слюну убрать. Закатать обратно. Сюда. Вдруг я невольно... Как это? Выплескиваю на него. Да, без проблем. Сегодня я в настроении быть словно лилия, чистейшая, белая, непревзойденная, эталон красоты и прекрас всего прекрасного. Камиль, сегодня. Э? Ну ладно, лучше посмотреть, сколько красоты здесь вокруг. Сатэ. Нам предстоят огромные сборы, а также огромное поедание всего этого. Блин, я не тем тоном-то его озвучил. Он сейчас более как-то как женственен стал, как дева. Как только он сжимает кулак, и его глаза сгораются ярким пламенем, он мгновенно превращается обратно в мужскую особь. Ну блин, я только хотел настроиться. Интересно, есть ли в нем некая магия глубоко внутри, которая даже не поддается обычным объяснениям? Ну, заклинания, точнее, которые ждут своего активейшена, активирования. То есть он берет так, щелкает пальцами и... Бам! Он совершенно другая личность. Ну, относительно, конечно же. Ощущая эту манящую ауру на своей коже, я начал идти вслед за ним, следуя его легким шагам по направлению сбора клубники. Все же здесь и правда так приятно пахнет. Точно. Мы еще даже не вкусили эти плоды, а я чувствую себя уже таким счастливым. Просто гуляя здесь. Юрий среди такого такого прелестного сада и моря клубники. Да, я уже видел нечто похожее ситуации, схожие с нашей. Например, история о двух сестрах. О том, как две сестры тайком прогуливали школу и ходили в поле собирать клубнику. Разве это не чудесно, не прекрасно? Да, это довольно мило. Тот факт, что они тайком прогуливают школу, лишь бы пособирать клубнику в поле вместе, тоже очарователен. Да-да, да все. В конце концов, Юрий всегда сопровождается некими плодами. Верно? Знаешь, я питаю некую слабость к таким вещам, когда два человека делят что-то одно. Будь то это одежда, продукты питания, кровать, какие-то обычные предметы. Например, взять эту клубнику, вот мы оба берем ее и пробуем на вкус, разделяя один плод, один грех. Хотя нет. Не совсем. Одна эта мысль... Только одна эта мысль уже драгоценна для Хидеоси. А сегодня я ведь собирался быть именно как... Словно лилия. Вау. Кажется, мне становится хуже. Я прекрасно понимаю, о чем он хотел сказать. Опыт атаку, как говорится, мне... То есть он хотел... Именно вот это самое, да, не то, что я пытался доказать, ну, точнее, объяснить. Ну, то есть он, блин, парень, но все же это, ну, блин,
что плохого в Юре, я тоже считаю нормально. То есть я и не против и на какой-то дружбы, не обязательно романтики, но и вот этого, да, да. Угу. А, какая большая спелая. Шагая за ним, я попутно перебирала клубнику и нашла одну, самую, как мне показалось, красную и спелую из всех. Аккуратно взяв ее в руки, я проверяю нашу красавицу. Ты решила наконец попробовать? Да. Что вы скажете об этой? Ну, дай-ка взглянуть. Когда я показал ему свою выбранную клубничку, огромная спелая красная клубника лишь погладила свой подбородок с довольно загадочным выражением лица. И сейчас эта огромная клубника скажет: «Ринго-сан, ты не можешь есть маленьких моих детей». О боже. Да, Алекс упорот порой. Ринго-сан, ты знаешь, как выглядит спелая и сладкая клубника? Как должна выглядеть? Нет, к сожалению, не знаю. Во-первых, нужно обратить внимание на ее форму. Вместо хорошо сформированной я предпочел бы более цельную, прочную, с слегка приплюснутым кончиком, хвостиком. Именно такие, наполненные сахаром, да, отвалом. О, вот как. Если она выглядит красиво снаружи, это не значит, что она будет такой же сладкой внутри. Далее следует количество на ней семян или желтых зернышек на поверхности. Твоя клубничка неплохая. Если семя еще ярко-желтое, то, скорее всего, плод еще не созрел. Те, что по цвету более ярко-красного цвета, чаще более сладкие. О, а вы столько знаете об этом? Хе-хе. Однако клубника очень быстро портится. Поэтому, если ты набрала сколько-то или хотя бы одну сорвала, то без всяких раздумий нужно, без всяких раздумий нужно слопать ее быстрее, как можно быстрее. Ну, это как я бы посоветовал. Я думаю, что эти знания, возможно, могут пригодиться в будущем мне. Я поблагодарила нашу экспертную большую клубничку Чан и слегка наклонила тронутую клубнику, и плодоножка вышла из стебля. Я не стала полностью кидать ее сгущенное молоко, сняв. Просто помакала ее и начала сосать. Переполняющая влага и нежность сладко растекались в полости моего рта, прямо тая. Как будто, словно внутри моего рта таяло зернышко счастья. Как вкусно! Ойщи! Я не могла не улыбнуться. Как же потрясающе! Хе-хе. Угу. Полагаю, и мне тоже пора бы уже... В тот момент, когда Майбучи-сан уже потянулся за ближайшей красной ягодкой, какая-то маленькая черная тень вдруг быстро пронеслась над нами. Что Майбучи-сан даже это обрел чувство речи. Что это? Резкое движение в воздухе над нами. Слегка неприятное жужжание. А, ну понятно. Какой-нибудь пчела, да? Оса. Это же... Пчела! Ага. И правда, маленькая пчелка. Несмотря на то, что перед ним летало настолько... настолько опасное существо, Майбучи-сан был так беззаботен. Все, Ринго, короче, труби тревогу, нам конец, мы не выйдем из этой теплицы. Все. Смертоносное, опасное существо, пчелка-сан... готова поживиться нами, сожрать нас, высосать нас досуха, отравить нас своим неизлечимым ядом. О, боже мой, это так мило с другой стороны. О, боже. Невольно наклонившись от страха, я увидел, как он осторожно протянул ко мне руку, интересуясь, что я думаю. Затем, словно по волшебству, маленькая темно-оранжевая пчелка присела на кончик пальца Майбучи-сана. Какая она прелестная милашка. Кавай даны. Вау. Не могу поверить, что пчелы могут вот так просто присесть на пальцы человека.
Так, время, кстати, да, уже, ну, блин, ладно. В общем, я даже больше прошелся больше, дошел больше, чем планировал. Я особо это не люблю, но сейчас, ладно, мы рады вернуться, да? Кавайданы, сугойда, сугойдесны, аригат гузаймас мина, матаны. Окей, в общем, спасибо вам за просмотр, да? Аригат гузаймас. Надеюсь, вы рады, скучали вернуться сюда. И будем надеяться, что дальше будет все хорошо, и мы продолжим все старые прохождения помимо новых, и все будет шикарно, да? Пока не забывайте ставить пальчик вверх, комментировать, подписываться и в свою группу ВКонтакте. Ну и ждать, конечно же, и скучать. Матане! Бай-бай, нано!